Вот такая красота получилась у нас. Молоко 150 грамм, сахар 2 столовые ложки, муки 2 столовые ложки и пачка дрожжей. Все это смешиваем и ставим опару. Здесь у меня стоит опара. Вау, хорошо поднялась. Смотрите, они. Здесь я 2 белка отделила. Это на глазу. Анютка творит. Молодец, вот такая красота получается. А пазичка вот такая. Еще вот такая. А еще вот такая, да. Такой зеленый. Да, это зеленый, который. Молодец, Анюточка. Умница. Так, тесто у нас поднялось доверху. Вот тут убрала. Я его перемешала. Сейчас будем добавлять вкусняшки. Вот такое прекрасное тесто у нас. Тут у меня клюква, цукаты и изюм. Готовится. Красавчики. Куличики. Какая. Сейчас будем украшать. Как у меня помадка красивящая. Сахар я топила в кастрюльке. Еще сверху добавила мак. Так вот и украшаем. Помадка вообще классная. Просто вот такая воздушная.